Всем привет, друзья, с вами Анет. Добро пожаловать на канал Real Moscow Project. И мы сегодня с подругой. Мы сегодня с Аллой. Да, и мы вышли погулять. На самом деле мы просто вышли потусить, поболтать, пообщаться. Но мы дошли внезапно до интересного места. Это место называется Аллея молодых семей. Она находится в районе Братеева. Братеева-Братиславка. Ну, короче, недалеко от метро Братиславская и метро Люблино, кстати. Потому что в той стороне там уже будет метро Люблино. Давайте пройдемся, посмотрим. Мы будем болтать на фоне, поэтому я, скорее всего, все просто тупо вырежу и оставлю вам только хорошую, красивую музыку. Потому что я не буду записывать всю нашу болтовню. Но, если вы хотите когда-нибудь послушать, как мы болтаем о всякой хрени, напишите об этом в комментариях. И в следующую прогулку я уж так уж и быть постараюсь все это для вас записать. Погнали гулять по парку.